В конфликте с Северной Кореей Соединенные Штаты обзавелись союзником. Как сообщил новый советник Трампа по вопросам нацбезопасности, Америка заручилась поддержкой Китая. Правда, в Пекине это заявление пока никак не прокомментировали. Что сейчас происходит на Корейском полуострове и чем может обернуться игра мускулами Вашингтона и Пхеньяна? Далее в сюжете. Неудачный запуск северокорейской ракеты, которого все ждали с нескрываемой опаской, произошел именно в то время, когда американский авианосец «Карл Винсон» вошел в воды Японского моря вблизи Корейского полуострова. Северная Корея не смогла запустить баллистическую ракету. И уже через несколько часов в южнокорейский Сеул прибыл вице-президент США Майк Пенс. Был период стратегического терпения, но эта эра подошла к концу. Президент Трамп четко дал понять, что терпение Соединенных Штатов и наших союзников в этом регионе закончилось, и мы хотим увидеть перемены. Мы не исключаем никаких вариантов и продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи, чтобы сохранить свободу и обеспечить достижение нашей цели – сокращение ядерного вооружения на Корейском полуострове. Пенс неспроста посетил американскую военную базу вблизи демилитаризированной зоны между двумя корейскими государствами. Эта зона – заминированная полоса земли шириной 4 километра, обтянутая колючей проволокой, которая проходит через весь корейский полуостров. С обеих сторон – войска. Отец Пенса воевал в Корейской войне в 50-х годах. Именно в этом месте вице-президент еще раз напомнил – Дональд Трамп военную тактику обсуждать ни с кем не будет. Рассматриваются все варианты, в том числе размещение американского противоракетного комплекса в Южной Корее. А пока формально США ищут мирный выход из кризиса. И это напрямую зависит от Китая. Американцы надеются, что Поднебесная воспользуется рычагами влияния на КНДР, которые есть у Пекина. Тем временем позиция самого Китая остается неизменной. Поднебесная категорически против размещения на территории Южной Кореи американской системы ПВО. Китай не является инициатором ядерной проблемы Корейского полуострова. И он не является ключевой стороной в создании ядерной проблемы полуострова. Поэтому все заинтересованные стороны, особенно те, кто несет основную ответственность по этому вопросу, должны встретиться на полпути и прилагать совместные усилия. Северная Корея не перестает быть проблемой не только для Пентагона, но и для всех демократических государств. Ядерный арсенал Пхеньяна висит над миром дамокловым мечом уже не одно десятилетие. Даниил Снисар, Наталья Шумакова, подробности телеканал Интер.